композитор и певец Глеб Матвейчук высказался о своей коллеге, певице Тамаре Гверцетели, которая угодила в скандал на гастролях в США, не исполнив ни одной песни на русском языке. По словам Матвейчука, какой позиции придерживается Гверцетели, он не знает, а также не собирается сейчас это как-то комментировать. «Мне сложно комментировать многих творческих людей, потому что я знаю, чем живут эти люди. Что теперь ставить у стены и требовать от них четкой позиции?» – вопрошает артист. Известно, что Матвейчук и Гверцетели много раз выступали дуэтом на различных концертах. У них сложились добрые и доверительные отношения. Матвейчук считает Гверцетели артисткой высочайшего уровня с прекрасными вокальными данными. Напомним, что после длительной паузы она объявила гастрольный тур по Америке, чем вызвала негодование российской публики.